Очень хорошие козы животные, они артистки, красивые, полезное у них молоко и очень вкусное. Маню на свадьбу ведем. Ну куда, а мы на свадьбу. Манечка, ты у нас невеста. Надо покрывать, пошли козла искать. Сейчас будем это, выбирать еще. Сейчас у нее посмотрим. Надо было ее цветочек на голову одеть. Знакомство с женихом, вот этот черный. Красавчик такой. Сразу такое так. В нашем гареме прибыло. Это вон тогда попахивает. Какие овечки-то? Это и барашки или что? Баран, девочки обои. Ну, Маня-то прямо это. Еще минуту не прошло, она такая уже улыбается, стоит. Так. Такой. Опа, вот так вот. Язык вытащил такой. А тут тесно, а? Тесно, что ли? Маня, надо туда. О! Идите сюда. Тут. Ой, они смотри, как она. Маня, да, я назову, если звать, она идет. Маня. Овечек, может, испугала. Да нет, просто она этого коня испугалась. Так. Да нет. Конь ее тут пододвинул. Пошли. Такой. Да нет, она такая. Так он хвостиком миляет. У него сколько килограмм-то в нем? Ну, я его не знаю. Что-то он килограмм под 80, а есть, однако, да? Да. Мне кажется, даже больше он такой. Это у них вот так вот все, ну, это все произошло, да, уже? Он что-то там подрыгался, вот. Да, огнечик. А, красавчик ты такой, а? Он как овцы-бык прямо такой. Ого, такой красивый. Такой, ух. Як такой. А ты с ней чуть-чуть другого цвета, нормально падает? Не, он весь сливается, черный, да, такой. Да, да, просто против солнца надо. Весь слился, ну-ка. А Маня-то, довольная, улыбается. Все, наконец-то. Да, Маня, на 5 месяцев. Так, язык вытащил. Так, что-то неладное. Ой, ну ты вообще... А он же вот наскакивает только когда в охоте коза, да? То есть, это, если она так их не трогает, да? Так-то она и не подпустит, да, наверное? Не, он гонят их, когда ему, видимо, охота, он гонят, а они не подпускают. Ему я бросаю. Вон, бабки Лузиковой 3 штук заделал.